Алан, поздравляем с забитым голом ворота Волгаря, тем более, что этот гол стал победным. Несмотря на то, что в Астрахани ты играл уже довольно давно, тем не менее, все-таки знаю, что эмоции некоторые тебя вызывают возвращение в этот город и на этот стадион. Ну да, эмоции только позитивные, хорошие, тем более мы выиграли. О важности встречи, наверное, говорить не стоит, потому что игра была очень важная с точки зрения турнира таблицы. Мы до этого выиграли Химки и сейчас выиграли Волгарь. Как мы и планировали, набрать в этих двух играх 6 очков, так и получилось. Это с точки зрения, наверное, результата, это была очень важная игра. Эмоции были хорошие в какой-то степени, но в какой-то степени не очень, в плане того, что я смог сыграть только тайм, побеспокоила меня нога. Мышца в ноге, так сказать, да, там думал сыграть больше, но хоть сыграл и тайм, принес пользу команде, и в этом плане, конечно, я очень доволен. Несмотря на то, что Крыльям осталось провести еще один матч против Шинника в это воскресенье, сейчас уже можно некие итоги первой половины первенства подвести. Вот как они сложились для тебя и для команды, как вот ты можешь оценить? Но я не могу сказать, что плохо, но и не могу сказать, что идеально, потому что мы много очков потеряли с командами, которые находятся внизу турнирной таблицы, где мы обязаны были брать 3 очка там, с тем же Факелом, с тем же Ротором. Но, наверное, в этих играх, наверное, были не наши дни. Я не знаю, мы вроде играли неплохо по игре, по самоотдаче. Все били, старались, но нам где-то удача была, отворачивалась от нас, где-то не фартило нам. Моментов создали кучу и с Факелом, и с Ротором, но не смогли забить. И в конечном итоге пропускали сами. И в этих двух с этими двумя командами мы взяли всего лишь одно очко. А если бы мы выиграли и у Ротора, и у Факела, конечно, мы бы сейчас были вверху турнирной таблицы на первом месте. Совсем недавно ты провел свой 100-й матч за Крылья, несмотря на то, что я знаю, что ты довольно спокойно относишься к цифрам, дата такая довольно-таки внушительная, вот как к ней отнесся? Ну, приятно, конечно, если честно, я не думал, что за какую-то команду смогу сыграть столько матчей, потому что футбольная карьера, она такая, так ты сегодня здесь, завтра там, но в любом случае приятно, что достиг такой цифры. Он не анализировал все свое время за Крылья, там какие-то, может быть, эта дата как-то повлияла тебе, может быть, что-то повспоминалось? Анализировал, если честно, так думал сам об этом. Я думаю, что мог больше сделать для Крыльев, нежели на сегодняшний день, но пока, как бы я здесь, буду стараться выжимать максимум. Впереди у Крыльев матч с Шинником, что сейчас можешь сказать об этой команде, потому что вот последние 4 матча они проводят так довольно-таки невнятно, можно сказать. Ну, Шинник хороший соперник, это подтверждает наша первая игра с ними. Там, когда мы с ним на выезде играли, мы выиграли, но была очень тяжелая игра. Помните, там Корнеленко на последних минутах буквально там забил гол. Команда хорошая, тренер там очень давно, у них состав не сильно всегда меняется. Каждый год как бы там минимальные какие-то новички приходят в команду, так что будет очень тяжелая игра, сложная и... Как бы надо просто выходить, играть, как мы играли предыдущие две игры, чтобы была запредельная самоотдача, чтобы все ребята бились, и я надеюсь, с Божьей помощью результат будет на нашей стороне. Спасибо большое.